З 1 вересня для промислових підприємств НКРЕКП знизило тариф на постачання електроенергії втричі – з 312 гривень до 116 гривень. Відповідну постанову 1781 було ухвалено на засіданні Нацкомісії ще 30 серпня. Як це рішення відіб'ється на розвитку промислових підприємств Запоріжжя і всього промислового комплексу нашого краю? Про це ми говоримо сьогодні, 6 серпня, у прямому ефірі програми «Тема дня». Добрий вечір. В студії працює Наталя Зворигіна. Сурдоперекладом нам допомагає пані Галина Воротнікова. І я вітаю у нашій студії гостей. Це Олег Петрик, головний енергетик товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Добрий вечір, пан Олеже. І Валерій Сідов, голова Запорізького обкому профспілок металургів і гірників України. Добрий вечір, Валерію Миколайовичу. Добрий вечір. Я дуже вам вдячна, що ви сьогодні прийшли до нас поспілкуватись. І одразу ж хочу нагадати нашим телеглядачам, що в Києві під стінами НКРЕКП, попри ухвалене рішення, продовжується мітинг протесту. Він триває вже з 1 серпня. І представники промислових підприємств, які беруть участь у цьому мітингу, вимагають все ж таки зменшити тариф на постачання електроенергії для промислового сектору. За перебігом цього мітингу ретельно стежать наші новинарі. Ми видаємо майже щоденничок цієї події в Києві. І давайте згадаємо, як починалася ця акція. Стан на 8 серпня стабільно не визначений. І Національна комісія, і профспілки, і Федерація роботодавців, і самі підприємства чітко визначили позицію, що з такими правилами на ринку і за такими тарифами на магістральну передачу електроенергії працювати ринок не може. Тим більше не можуть працювати самі підприємства. Всі сторони задекларували власне бачення. Але на сьогодні Кабмін перебуває у відпустці. Це був початок серпня, вже на поточний момент початок вересня. І весь цей період ми спостерігаємо за перебігом подій і спілкуємося з учасниками акції. Щойно ми почули голову правління акціонерного товариства «Запорізький феросплавний завод» Павла Кравченка. А я зараз пропоную почути ще просто пересічних учасників цієї акції. Будь ласка, покажіть нам. Люди хочуть зберегти свої підприємства. Люди прагнуть не допустити зупинки своїх підприємств. Люди борються за свої робочі місця. Люди хочуть мати упевненість у завтрашньому дні в тому, що тариф на електроенергію буде такий, який дозволить розвиватися нашим підприємствам. Ми проти тих тарифів, які були започатковані у липні місяці, і наші видатки на електроенергію зросли відразу на 29%. Це дуже і дуже багато. Ми тут знаходимося, щоб відстоювати інтереси ЗТМК, свої інтереси, для зменшення ціни на електроенергію, на наш тариф. Оскільки у нас підприємство є енергоємним, основа затрат – це затрати на електроенергію. Тому ми добиваємося того, щоб нам зробили нормальний тариф, щоб ми могли нормально жити, щоб нормально розвивалися, щоб виробництво нормально працювало, щоб ми робили на прибуток, а не навпаки. Завдяки тому, що підвищили тарифи, ми не можемо придбати сировину, не можемо виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, за рахунок чого стає неможливим працювати всьому підприємству. Ось думки учасників. Щойно я вже говорила про те, що все ж таки тариф НКРЕ знизило в 3 рази, але акція протесту триває. От поясніть, будь ласка, чому вона триває? От використовуючи якусь економічну складову, щоб ми зрозуміли, чому це зниження в 3 рази, воно не вирішує проблеми підприємства. Пане Олеже, з вас почнемо. Ну, якщо брати, коли вступив в силу новий ринок електроенергії,
Ми побачили, що абсолютно були не готові механізми тарифообразування, і на той момент швидкого вступлення цього закону НКРЕКП своїм монопольним рішенням винесла постанову, першу, яка вже була сказана, 754-ю, де тариф на передачу составив 354 гривні. Це в 6 разів увеличило тариф на то, что было до этого периода. Потом второй постановой она снизила до 324 копеек за 1 мегаватт в час. Это дало всего лишь снижение с убытков нашего предприятия с 15 миллионов дополнительных месячной оплаты за электроэнергию, снизило на 13,5. Но это абсолютно не решает на сегодняшний момент нашу проблему энергоемкого предприятия, которое имеет в себестоимости продукции 40%. Это электроэнергия занимает. Поэтому даже на сегодняшний момент теми драконовскими тарифами, которые остановились НКРЭКП и достигли наши бастующие работники комбината, это не дает работать комбінату в прибыль, і ми працюємо на сьогоднішній момент в убиток. Ну, це стосується конкретно підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», де 51% акції держава має. Пане Валерію, ви тут виступаєте як захисник всієї галузі металургів і гірників. На вашу думку, чому не закінчується акція протесту? Ну, на мою думку, я считаю, что акция протеста не закінчується, потому что просто люди, которые вели переговоры с нашими представителями, врут. В период переговоров выставлялись определенные требования, с ними соглашались, а в результате получили совсем другие цифры. То есть те, что назвал Олег Валентинович цифры, сейчас вот 312, 116 за мегаватт киловатт-час, это недостаточно. В период переговоров выставляли совсем другие требования. То есть те 12 миллиардов гривен дыра, которая образовалась в результате вот этого регулирования цен на электроэнергию, вот, должна была гаситься совсем за счет других источников. Электрометаллурги, как уже вот Олег подтвердил, не отказываются от определенной общественной нагрузки. Но всему же есть пределы. Поэтому те 2,5 миллиарда, которые обещал НКРЭКП, что погасит именно электрометаллургия в общей вот этой проблеме, вот, оказались 6 миллиардами, поэтому 116. Если бы была цифра 70 или 80 гривен за мегаватт-час, то, наверное, этой бы акции протеста не было. Но еще есть и другие требования. Есть требования такого характера, как вот эти вот граничные цены, тарифы на электроэнергию, то есть период пиковых нагрузок на электроэнергию. Поэтому акция протеста на сегодняшний день еще продолжается. И насколько я знаю, вот мне сегодня звонили из Киева, сообщили, что заявка подана в Киевскую городскую администрацию на следующей неделе. Акция будет продолжаться, она непрерывно до соответствующего решения, которое устроит электрометаллургов. Я хотел бы подчеркнуть, что я не всю галузь, конечно, только Запорожскую область представляю, а в ней принимают участие также представители и Никопольского завода ферросплава, Днепра и города Днепра предприятия, и Марганецкий ГОК, и Покровский ГОК принимают участие. Поэтому акция очень широкомасштабная. Будем... Ну, Запорізький регіон, окрім титано-магнієвого, ще які предприятия? Запорізький регіон – это Запорожский завод ферросплава, который наиболее пострадал от вот этих решений рынка электроэнергии. И завод «Днепросписталь» принимает участие. Ну, хотелось бы сказать, что это наиболее крупные потребители электроэнергии, а в основном это касается всех промышленных предприятий. Зрозуміло. Ми б хотіли, звісно, і отримати відповідь, від коментар якийсь від НКРЕКП або від Укренерго, і навіть намагалися це зробити. Ми направляли листи
в цій організації. І, зокрема, наша творча група «Теми дня» зробила все від нас залежне і телефонували до них. І я прошу показати скрини тих листів, які ми направляли до НКРЕКП, «Укренерго». І навіть у телефонному режимі спочатку ми отримали такий рух на зустріч і сподівалися, що у нас будуть коментарі. Я навіть особисто була у відрядженні у Києві і намагалася поспілкуватися і в телефонному режимі, і зустрічалася із прес-службою НКРЕКП, але мені було сказано у розмові, що вони не дають коментарів. Не дають коментарів. Тому, на жаль, ми не отримали поки що цієї відповіді, але ми сподіваємося, що в свою чергу НКРЕ, коли буде ухвалене якесь остаточне рішення, надасть нам відповідні коментарі, і ми відкриті до діалогу у цій темі. А я маю запитання до Олега Валентиновича. Чи були аналогічні звернення, ну, принаймні, до НКРЕКП від вашого підприємства? Які відповіді ви отримали? Да, наше підприємство трижды за этот період, після вступления нового ринку з 1.07 числа, обращалося письменно на НКРЕКП. Спочатку з просьбою пояснити, чого нам ожидать в дальнейшем. Потом мы уже обратились, не получив никакого ответа, дайте нам пояснение по поводу дальнейшего существования именно тарифов на передачу, но даже никакого вразумительного ответа, никаких пояснений мы так и не получили ни на одно письмо. Валерію Миколаївичу, ми вже говорили про те, що місія... Я би хотів би ще сказати, що, звісно ж, профсоюз металурговарняков України реагував на ці всі речі, не тільки акції протесту, але й були написані письма в усі інстанції, в Кабінет міністра України і президента України. Осталось, як кажуть, без відповідей, але позавчора ми отримали з Офісу президента ответ, Запорізька обласна організація профсоюзу, підписаний ще заместителем главы офиса Гончарков, который на сегодняшний день является уже является премьер-министром Украины. Пока ответ обтекаемый, что обеспокоены и президент, и кабинет министров, и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Совет национальной безопасности и обороны, правильно, да? И, к сожалению, поки, крім обеспокоєності, ми других відповідей не услышали. Зрозуміло. Ну, між тим, ми вже говорили про те, що профспілки стають на захисті робітників, працівників, і зазвичай в якихось інших випадках ви можете опанувати роботодавцям. Сьогодні ми бачимо, що ви виступаєте з керівниками підприємств єдиним фронтом. Чим це обумовлено? Ну, очень хорошо сказала женщина, которая находится в Киеве, вот в начале нашей передачи, о том, что, конечно же, это рабочие места. То есть и наемный рабочий прекрасно понимает, что если предприятие остановится, то не будет рабочих мест. Для Запорожья это электрометаллургия, это более 10 тысяч рабочих мест. А еще смежники, а бюджетники, а семьи всех работников этих всех предприятий, организаций и учреждений. Это огромное количество людей, которые останутся без заработной платы. Вот. Я думаю, что это основная причина. Но еще хотелось бы сказать, что в нашем действующем отраслевом соглашении горно-металлургического комплекса Украины написано, что мы сприяем розвитку виробництва, профспілки и работодавцы, и собственники. И также сприяем развитию эффективности производства. То есть мы принимаем участие непосредственно в том, чтобы предприятия нормально функционировали. Это логично, потому что только на эффективно работающих предприятиях, только на нормально работающих предприятиях мы можем добиться роста заработной платы, социальных гарантий, нормальных условий для работы наших работников. До речі, я хочу зазначити, що перебуваючи у відрядженні у столиці, ну, щоб не повертатися з порожніми руками, я ще зустрілася з керівництвом ПМГУ. Ну, зокрема, я поспілкувалася з заступником голови ПМГУ, це паном Олександром Рябком. От маю трошечки від нього, давайте послухаємо думку столиці.
В засобах масової інформації лунає таке, що от вийшли представники феросплавних підприємств з вимогою там встановити для себе пільгові тарифи. Ніякі не пільгові, а вони хочуть встановити справедливі, реально обраховані, економічно обраховані тарифи. Позиція профспілок така, що вимоги є справедливими. Ну, ми бачимо, що вимоги є справедливими, це цитую представника. Хотіли б почерпнути не тільки феросплавних, от і титано-магнієвий комбінат, і електрометалургічний завод «Дніпроспецсталь». От, тобто, велике кількість приймає участь такі підприємства хімічного виробництва, як «Дніпроазот», які обеспокоєні, які бачать, що підприємство на грані остановки із-за от цих дій. Наприклад, по Запорізькому заводу феросплаву 50 мільйонів гривень в місяць. Це дуже велика сума, плюс к тому, що на сьогодні платилось до 1 июля. Ну, я думаю, що, напевне, мала бути якась державна політика щодо розвитку промислового комплексу в Україні. І от хочу почути вашу думку з цього приводу. Хто має лобіювати інтереси держави у сфері розвитку її промислового потенціалу? Пане Олеже, ваша думка? Ну, я думаю, что обязательно, конечно, должны выступать как в объединении всех общих проблем, всех энергоемких предприятий и предприятий областей различных в целом. Это союз работодателей, который, в принципе, является центральным звеном, который владеет всеми проблемными вопросами, которые у нас в стране контролируются экономические и финансовые. Поэтому совместно с профсоюзными организациями они могли бы возглавить решение этих проблемных вопросов. Пане Валерію? Я считаю, что в лице государства регулятор обязательно должен быть. Но только грамотный, профессиональный регулятор, отстаивающий интересы государства, трудовых коллективов, работников, всего населения Украины, а не лоббирующие чьи-то интересы каких-то финансово-промышленных групп. Правильно сказал Олег Валентинович, я согласен с тем, что здесь должны быть совместные усилия работодателей, профсоюзов, собственников и государства, направлены на то, чтобы наши предприятия работали стабильно и приносили экономическую выгоду всем и регионам, и в целом Украине. А как вы вважаете, наявность Министерства промысловой политики в складе Кабинета министров, она покращила бы ситуацию? Вот с досвіду того, как было и как стало? Ну, я имел в виду регулятор, это именно Министерство промышленной политики. Мы имеем опыт работы с Министерством промполитики. Там работали грамотные профессиональные специалисты. Несмотря ни на какую форму собственности, они всегда помогали нашим предприятиям. Регулятор это касалось не только электроэнергии. Возникали вопросы и по НДС, и по газу, и по железнодорожным тарифам. Очень много различных вопросов. И по рынкам сбыта, и по товарам, которые идут в направлении Украины, для того, чтобы наши предприятия могли работать, то есть сырье. Вот. На сегодняшний день есть такие структуры в Министерстве экономики и торговли. На сегодня оно называется уже Министерство экономики, торговли и агропромышленного комплекса. Есть там отдел металлургии, есть там отдел горнодобывающей промышленности. Но это незначительные отделы, вот, и уже не с таким квалифицированным персоналом, который был в Министерстве промышленной политики. Я считаю, что Министерство промышленной политики нашему государству необходимо. Зрозуміло. Ну, повертаючись до наших реалій, як сьогодні працюють підприємства? Як працює ЗТМК в тих умовах, в яких опинилося? Ну, если взять на сегодня то, что мы уже обговорили, и в целом государственную политику, то на сегодняшний момент можно сказать, что ее полностью не существует. Никакой регулятор не контролирует промышленность в Украине в целом, и каждый предприятие выживает как может за счет своих внутренних резервов, если они есть и на сегодняшний момент остаются. Чьи внутренние резервы у титано-магниевого комбината? Ну, на сегодняшний момент мы практически работаем в убыток полностью себе, благодаря стараниям в кавычках НКРЕ КП, которые, войдя в рынок, полностью
обещая оставить хотя бы для нас на том уровне эти цены, подняли их, как мы уже говорили, на 29% непосредственно нашего предприятия. И если регулировать промышленными, как говорилось ранее, палатами предприятия в целом работе, и на рынке мы являемся экспортным настроенным предприятием, поэтому на сегодня обязательно государство должно заботиться о регулировке цен на электроэнергию и в целом в итоге на конечный продукт. Потому что на сегодняшний момент наше предприятие работает на рынке, где существует всего 6 стран, которые выпускают такую же продукцию. Если посмотреть обзорную цену электроэнергии, то в Казахстане она на 60% дешевле. В России это на 50%. Даже взять Японию, Китай, Америку, это на 20-30% дешевле, чем на сегодняшний момент мы имеем электроэнергию для выпуска нашей продукции. Мы становимся одно. Дякую. Пане Валерію, а говорити про весь металургійний комплекс? Ну, если говорить об электрометаллургических предприятиях, титаномагнієвий вже Олег сказав, а Запорожський завод ферросплавов, Дніпропетровськсталь, конечно же, ну, неся определенные потери, работая в убыток, продолжает еще верить, что мы чего-то добьемся в этой борьбе. Мы в этом уверены, что мы добьемся. Вот. Продолжают работать пока на тех же объемах, которые на сегодняшний день у них были до возникновения вот этой проблемы. То есть Запорожский завод ферросплавов, электрометаллургический завод Дніпропетровськсталь продолжают работать, неся определенные убытки. Я уже сказал, ферросплавные это порядка 50 миллионов гривен в месяц только по электроэнергии. Дніпропетровськсталь это порядка 10 миллионов гривен. Хотелось бы подчеркнуть, что эти предприятия являются экспортерами. И как и титаномагний, совместно они дают сотни миллионов долларов экспортной выручки в год. Поэтому это очень большие цифры. Если говорить в целом про горно-металлургический комплекс Запорожской области, то хотелось бы отметить, конечно же, традиционно, что по-прежнему продолжает работать на самых больших объемах, вот стабильно, эффективно, несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день возникают, ведь это не только электроэнергия. Это и другие проблемы, которые возникают на наших предприятиях. Например, на Запорожстале это проблема с углями. Вот продолжает стабильно работать комбинат Запорожсталь. Мединвестовские предприятия, такие как Запорожогнеупор, Запорожкокс, Запорожский железорудный комбинат стабильно работает. Я бы отметил еще среди стабильно работающих предприятий Укрграфит, который, кстати, тоже энергоемкий по электроэнергии, но определенным образом решают свои проблемы сами, как они нам сказали. Они в акции протеста на сегодняшний день не участвуют. Зрозуміло. Ну, повертаючись до початку нашої розмови, все ж таки давайте підіб'ємо риску. Коли закінчиться акція протесту? Коли ви доб'єтеся чого саме? Ну, если брать конечную цель наших этих всех действий, это естественно, чтобы регулятор снизил, насколько это возможно, эти все тарифы или полностью отменил действие тех постановлений, которые были выпущены и экономически обоснованно подтвердил эти тарифы и дал возможность работать предприятиям, также переложил часть зеленого тарифа другими способами для передачи электроэнергии. Пане Валерію, ваше... Ну, я уже говорил, что в период переговоров там шел вопрос о 70-80 гривен за мегаватт. Вот, к сожалению, обманули 116 гривен за мегаватт. Поэтому электрометаллурги продолжают стоять на своем, то, что было в самом начале. Отменить эти все постановления Кабинета министров Украины. Мы считаем, что это злоупотребление власти монопольное, это грабеж. Поэтому требуем отмены этих постановлений. Ну и то, что я говорил, второй вопрос, который на сегодняшний день уже в сентябре, это регулирование пиковых тарифов. Зрозуміло. Дякую вам за вечірні відповіді. На цьому наша програма добігла кінця. Ми з вами прощаємося. До наступних зустрічей у темі дня.